Сегодня два достижения на турнике. Хоть я и устал, потому что вышел рано из дома и много ходил весь день, и на турник вот 8 вышел, пришел только часа в 3-4, но все-таки сделал, значит, первое это подтягивание лесенкой 7-9-11 узким хватом, потом широким, а 11 в этом году я еще не подтягивался. И второе, это забираешься на турник, садишься сверху и руки расставляешь как можно шире и спрыгиваешь вниз, и руки выворачиваются, и ну, виснешь на руках. А, и вчера было случайное достижение. Я встал на турнике кверх ногами. Ой, на брусьях. И потом начал падать. И получилось так, что спрыгнул с турника из положения кверх ногами в бок. Мне это понравилось, и потом еще, не помню, раз или два также спрыгнул. Такая дуга получается. Вообще от турника очень благоприятное впечатление в теле. Как говорится, такая приятная гибкость образовалась. Дети это понимают, и смотришь, все время ерзают по турникам туда-обратно, крутятся, вертятся, а взрослые не понимают. И что-то не особо и не крутится, и не вертится.